2 гектара земли в исторической части Сергио Посада в районе станции занимает железнодорожный транспортно-логистический центр. Это территория РЖД. И еще недавно руководство российских железных дорог планировало расширить грузовой парк ГАУС еще на 3 гектара в сторону улицы Симоненкова. Техническая территория с правой стороны железнодорожных путей и так уже вплотную подступила к жилой застройке. Под ГАУС находится непосредственно в близости от многоквартирных домов, что создает дополнительный шум, неудобства. Также уличная дорожная сеть здесь достаточно у нас сейчас загружена очень сильно в районе вокзала, что также приводит при подгрузочной, разгрузочной спецтехнике и проезду проблемы. Не только отказаться от расширения служебных территорий железной дороги, а вывести грузовой парк ГАУС за территорию города. Такую работу возглавил депутат Госдумы Сергей Пахомов. Мы проводили совещание в руководстве российских железных дорог на прошлой неделе и в целом достигли понимания, что необходимо из центра города убрать полностью грузовую составляющую нашей станции. Администрация подберет участки для строительства новых терминалов вне города, но решение такое, по большому счету, принято, работа начата. Данное решение позволит властям планировать в горизонте 3-5 лет. Это даст возможность развивать микрорайоны «Звездочка» и «Скобянка», сделать выход для пассажиров электричек как в сторону центра, так и в сторону улицы Симоненкова. Конечно, это такой один первый небольшой шаг к реконструкции всего вокзала. И это один из элементов нашей работы по модернизации в целом транспортной сети города. Мы говорим о восточном объезде города, это вопрос не снимается с повестки дня, конечно, все идет не так просто, тем более сейчас. Но все равно мы живем в логике, что рано или поздно будет восточный объезд. Где разместить новый транспортно-логистический центр? Этот вопрос решается с участием администрации округа. Совместно с специалистами российских железных дорог сейчас прорабатывается вопрос переноса всей грузовой транспортной работы из центральной части города, с грузового подгауза транспортно-логистического центра Сергиева Посада на существующие уже у нас тоже логистические центры в районе Буженинова станции и в районе станции Наугольная. Подчеркивается, это даст задел для развития новой транспортной системы, а также для решения экологических проблем, связанных с грузовыми потоками в центре города. Все грузовые, вот такие промышленные, значит, точки из центральной части города, те, которые мы, конечно, можем убрать, нам необходимо убирать. Татьяна Колганова, Антон Коврижных. Программа «События».